Вы здесь на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Call of Duty 2. Так, высота 444 год. 7 декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии с Германией и сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400 является ключевой позицией. С нее немецкие наводчики наблюдают за всеми маневрами союзников в радиусе нескольких километров. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потерям среди войск союзников. Второй батальон американских рейнджеров готовится захватить высоту 400, чтобы лишить немцев тактического преимущества. Так, 12.30, сильные дожди, Германия, плюс 6, ого-го. Мы уже близко. Штаб хочет, чтобы мы привезли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Нет, ходи далеко! Немцев. Так. Подавить вражеское сопротивление здания. Мило. Да. У меня хорошая винтовка. Эту винтовку-то мы знаем. Блин, ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Чтобы мы примерзли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала... Да подожди, из этого городка. Подожди. Где там? Немножко поспешил, поспешил. Чтобы мы привезли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Не хочу я с тобой разговаривать. Нужно выбить ганцев из этого городка. Не внушаю, что мне довели. Ох, там двое. Вот. Первый есть. Ох, там с балкона. С балкона давят. С балкона. Господи, ладно. Но сначала ладно, все. Из этого городка. Ганцев. Давай ганцев, дай ганцев. Да. Он еще упал, обратно откинул. Смотрите, что ли? Вы не смотрите? За мной не смотрите? Ладно. И как я буду вам доверять теперь после этого? Давай. Падла. Откуда вы посюда забегали, значит, да? Ух ты. А подожди, я на втором. Я на втором этаже. Меня не теряйте. Где? Ладно, все. Можно дальше идти. Ух ты, там поливает, нехило.
Так. Первый этаж! Слева от нас! Кто там? Передовой! Я его понял! Прикройте! Что? Где тут? Что, одни трупы? Ты чё кричишь? Я кричал на вас? Я на вас кричал? Почему вы на меня кричите? Ну, если не гранату закину сюда. Пойдем. Куда подулёт? Какое подавление? Я даже не вижу, куда стрелять. Так. Ага. Здорово. Так. Подожди. Тихо, тихо. Так сойдет? Блин. Не свезло. Тут чисто! Пошли! Алло! Стреляй в окно! Огонь на подавление! Без проблем. Так. Подожди, блин, пока не дойдет, он сам здесь не придет. Да. Бум. Да. Все? Или кто-то еще остался? Ах, ты просмотрел. Просмотрел, проглядел. Ничего, бывает, бывает. Клуб чисто! Пошли! Бывает. Передавай за пулемет! Стреляй в окно! Тут пулемет. Где вы пулемет увидели? Вон пулемет. Так. Бум-бум. Давай. Где? Где вы, падла? Подожди. Сейчас заново зайдем. Так. Давайте, давайте, давайте. Че ты никак не сдохнешь, что вот тебе вторая дырка в жопу. Чтоб кто-то угомонился. Так, что-то я не пойму. Ага, понял. Так, выходим во двор. Вот сюда. Мне сюда надо? В этот дом? Блин, какие-то вы непоследовательные. Здесь всех убили? Безопасно? Где? Не за... не мы, а я. Я зачистил. Я герой всего боевика. А вы так прихвостни и подхалимы. Пока что именно так. А
Эта дорога перегорожена. Срежем путь на восток. Давай. Ни хрена себе. Тихо. Хрен у меня сейчас остановится. Да. Да. Блин. Давай. В безопасности мы здесь? Как ты думаешь? Ну что нам надо-то? Захватить опорный пункт немцев на востоке. Так нам не сюда надо-то. Там доме с восточной стороны полно фрицев! Да, вон туда надо. Бери гранаты! Очистить дом! Комнату за комнатой! Пошел! Бум. Да? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Наверху. Все чисто. Прекрасно. Сам доволен. Так, что надо? Уничтожить вражеский минометный расчет. Один, да? Да, это бог, чтоб он один был. Его же прикрывают. А как же без этого? Так, нам сюда. Там все заминировано. Ага, хрен там. Мне что, по минному полю? Так, не понял. Оп. Оп. Блин. В этот дом только, да, получается. Мины. Как мне пройти? Так, это уже интересно, подвал. А нахрена мне подвал? А вы что здесь столпились? Давай. Налью все сюда, мы как-то идем неправильно. Как-то очень неправильно идем. Уходим. Какое подавление? Чего ты хочешь давить? Не понимаю. Да. Да спокойно. Постоянно это я без вас вижу. Да. Тихо, 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 тихо. Все? Расчет уничтожен? Куда надо? Говорите, я тут все уже обыскал. Вроде как всех убил. Вот такое, молодец. Кого-то дострелял. Я подумал, ты наш человек, а ты не наш человек. Ну. И что вы смотрите? Кого? Нацеливаете. Слушайте, мы должны очистить этот дом. Ну да, чистить должны, ну давай очистим. Вперед. Мы команде выбиваем двери и кидаем гранат. Готовы? Пошел! Давай. Шевелись! Блин, из-за тебя гранат столько. Ну, грубо. Подорвался? Какая прелесть.
Как превосходно. Что тут в ванне никто не носит? Что? Так, уничтожим вражеские минометы. Да уйдите вы. Все вон. С кем воюете? Твою ж мать-то. Ну проведите меня. Откройте двери, я не знаю. Откройте! Перезаряжаю! Как я должен туда попадать? Давай. Выбивай. Еще есть. Захватите взрывчатку! Захватите цель-то. А что вы мне обратно-то выкидаете? Я же вам где-то. Так, сойдет тебе? Экс. Ну тут всех прибило, да. Так, что надо, захватите церковь? Что, кто-то остался, что ли, жив? Кто-то раненый ползает? Не понимаю. Так, ладно. Все, вроде. Найдите сержанта... Рэппала на дороге. Рэндала. Нет, поймешь, короче. Сержанта. Давай лычком. Хорошо, ребята. Мы собираемся тут оковываться и ждать остальную часть тропы. Будьте начеку. Могут быть контратаки. Тот холм на севере кишмя кишит фрицами. Завтра утром мы их добьем. Рассеется! Рассеется. Что это у тебя, туман, что ли? Дым рассеется. Развеется. Что еще скажешь? Рассыпаться. Так, люблю победу. Любая победа не кончена. Не окончательно, любое поражение не фатально. Важно лишь мужество продолжить. Черчилль, нахрен опять. Так, декабрь 44-го. 5:30 утра, господи, такая рань. Плюс 7. Ну, хоть плюс. Ну, рейнджеры идут первыми. Фрицы почти окружили нас. Заткнись, заткнись. Я должен подумать об этом. Ну-ка, отпустите меня. Штурмуйте огневые точки противников. Осталось 4. Это мы людям. Пустите меня. Пустите. Так. Осторожно, осторожно, осторожно. А, вижу, вижу, что мне надо атаковать. Я этого-то не видел. Сейчас-то вижу. Сейчас. Ага, хрен там. Ладно. Надо до определенного момента, да? Заткнись! Заткнись! Я должен подумать об этом! Какой взрывчатка! Пустите! Пустите меня в бой! Тише! Рыба! Рядовая рыба! Понимаю, по мне по любому будет стрелять. От этого никуда не деться. Спокойно. Так. А вот с какого момента мне надо гранаты по дымовые запускать?
На. 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 Спокойно. Подожди. Это я. Хрен там, дымовых больше не осталось. Текс. Убивай. Бум. На. Блин, меня граната задела. Ну как вот... Подожди. Кстати, а почему я первый перейду? Давайте, ребята. Что для вас? Сейчас гранату не кидайте только. Я же зашел. Блин. Вот как? Что за уроды-то? Сказал, не кидайте. Почему вы кидаете именно тогда, когда я захожу? Вот я зажму, вот без меня кидайте. Со мной не надо. Все сложно так. Так. Подожди, я вам не доверяю. Ладно, не получилось меня на этот раз убить, да? Прыгал я. Так, а что тут такое? Ничего, да? Идем вперед. Да если бы. Бум. Так. Ничего не вижу. Ничего не вижу. А что здесь вообще? Снайперская винтовка. Вот. Все. Теперь будет полегче. По крайней мере, должно быть легче. Сейчас мы их оттуда выстегнем. Где они, во-первых? В этой еще что я вообще их не вижу. Так. Ой. Блин. Я их даже не видел. Так. Идем вперед! Вот на этой поменяем. Будем воевать тем оружием, которого много. Давай. Где у нас? Винтовочка. Вот она. Оп. И оп. Нет. Этих патронов у нас много. Блин, 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 блин. Еще разок. Зачистка. Чего вы так кричите? Зачистка, идем вперед, а сами тащитесь, как черепашки, бог знает где. Боевики хреновы. Итак. С вами, значит, не повоевать. Так, у меня, кажется, патронов там много. Где снайпер?
Давай. Блин. Откуда ты еще стреляешь? Отсюда кто-то. Да, я вот этого штурмую. Тихо. Вижу, кто-то там стрелял. Рядом со снежками, вот он. Так, нам зигзагами, да, надо как-то подбираться все это время. А вы что, вот там и есть? Не. Не. Да. Все окей, да? Пристрелите, тварь. Ползучий. Ой-ой-ой. Так. Вот так. Надеюсь, у меня все получилось. Так. Блин, с этой стороны не обогнуть. Ага, это ты? Этих-то как пропустил? Что-то стрелется. Тихо. Давай. Еще влияться и все. Ну? Подожди. Нормально. Зачистка уже произошла. Что-то брать можно, нет? Нет. Это не берется. Не беру, не беру его, как правильно сказать. Кто там? Падла. Куда подвесил залез? Пошли с бляков. Так, легче вам. А мне не надо палить. Я парень хороший, миролюбивый. Поэтому я вас пристрелю. Да, да, да. Так, еще один бункер. Еще один бункер. Сорвите эту дверь, быстрее! Да. Давай, бегом! Так.
спокойно. А кого я здесь? А, все-таки подбил гранаты. Нормально, нормально. Так и должно быть. Даже не знаю, что это, мне брать его. Лежит так смачно, так красиво. А нам куда надо, наверх? Нам наверх. Смотрите. Конечно нет, а кто еще там, мы же с ними воюем. Надо уничтожить, ага, самоходные минометы. Самоходки уничтожить. Так. Спокойно, спокойно. Да. Давай. Спокойно. А вы что, не можете? У вас что, взрывчатки нет или что? Да. Что, вы выбежать хотели? А не получилось, да? Вот такой у тебя негодяй. Специально так был задуман. Уничтожьте минометные расчеты, нахрану уничтожить самоходные минометы. Вот самоходные минометы, я не знаю, как уничтожать. Я их пока в глаза не видел. Поэтому... В какую сторону там стрелять? Так. Ага. Нашел. Нашел. Что надо взорвать? Сейчас, минутку. Подождите, я прибуду. Там идти геликоптер. Делов-то на копейку. Спокойно. Так. Осталось немножко. Так, добить раненых. И сюда. Это наши тоже. Так. Что осталось? А, еще один миномет, хорошо. Да. Неплохо, да? Да. Кто остался в живых? Никого. Так, уничтожьте противника на высоте 400. Так вроде по всех перебили. Что, заново захватили? Эх. Доверить вам ничего нельзя.
Так, я туда в дым не пойду, это точно. Ну, по крайней мере, сейчас. Несите раненых в бункер. Соберите оружие и боеприпасы. Ганцы, я уверен, скоро вернутся. Пошли. Давай. Собираем. Собираем. Продолжение. Итак, у нас 8 декабря 44 года. 8 декабря плюс 7 градусов. Это нормально. До этого мы сколько? Минус 30 было. Прием. Остались только мы. Все остальные либо мертвы, либо ранены. Батальон обещал скоро освободить нас. Но я бы не расслаблялся. Немедленная контратака! Контратака! Так. Тейлор, пошли! Да подождите вы. Дайте мне разобраться, что у меня. Эх, расстреляйте минометы расчета на периметре. Ага. Давай. Так. Давай, не следи. Да прекрасно. Мне только увидеть сначала их надо. Никого не вижу. Стоять. Первый есть. Вообще случайно увидел. Так. Вот здесь вот где-то он в дымке прячется, да? Нет, спокойно, спокойно, спокойно. Так. Уже лучше. Тихо-тихо. Спокойно. Спокойно. Так. Вот здесь я могу, может быть, их увижу. Тихо, 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 тихо. Где он? Да не вижу. Вижу. Так, осталось чуть-чуть, последний остался. Тихо. Прикройте меня. Прикройте. Но я не вижу, где вы там. Сейчас, да, с высоты смотреть, да? С высоты смотреть тебе надо, или как? Падла. Не вижу. Вон вот я, вон он. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Валерий,
Смотрите его. Рядовой! Найди укрытие! Найди укрытие. Почти нашел. Укрытие. Ага, прям здесь. Не отсидеться. Это наш. Это не наш. На. В жбан. Мыса. Это была только первая группа. Они поднимут вторую волну в любой момент. Перезарядите и заберите оружие и боеприпасы. Не подведите меня! Ни хрена себе. Это всего лишь разведка боем. Реальное нападение скоро начнется. Реальное нападение. Оружие и патроны. Я бы знал, будет минометный огонь или не будет минометный огонь. Артиллерийский огонь! Укрытие! Ай-яй-яй-яй-яй. Все в укрытии, бегом! Вперед, в укрытии! Так, а я в укрытии. Не надо. В укрытии. Не видно, правда, ничего контуженный. Я в укрытии. Так, найдите укрытие от артиллерийского огня. Все правильно. Нашел. Я пока отсюда точно не вылезу. Так. Не дайте мне же захватить медпункт. Я бы знал, будет медпункт еще. Да удерживал, удерживал. Атака на западной схватке! Идите туда, сражайтесь! Вперед, вперед, вперед! Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Это наши. Прошу. Прошу прощения. Так. Где они? Вы откуда-то выходите, что ли, или что? Откуда вы беретесь? Тихо, тихо. Эй. По мне стреляют, я вот я стреляю, так что ничего страшного. Не вижу. В упор не вижу, где вы. Бегаю как заяц. Ага. Так. Где еще могу? Не вижу. Ты видишь? Я не вижу. На. Тебе хребет перебили. Ты мёрз. Здесь. Тихо. Тихо, тихо, тихо. У нас раненый! Блин. Блин, блинский. Понятно. Все с вами ясно. Блин, он добежал же, добежал. Значит, не надо отстреливаться, значит, надо бежать. Просто бежим. Блин. Так, с этого края никак. Давай с другого края попробуем. Да. Да.
Ой-ой-ой, с этого до края вообще никак не подобраться. Так, винтовка мне не нужна, теперь я понял. Зачем мне тут винтовка? Так. Ага, ага. На. Так. Вот так. Я думаю, это здорово. На тебе. На. Падла. Кто где еще остался? О, бежит, кто-то бежит. На, вид помер. Ты падла. Молодцы. Молодцы, пацаны. Граната. Еще одна бронетехника идет. Давай посмотрим, куда она встанет. Ой-ой-ой. Так. Все. Нету бронетехники. Давай бронетехника до вся вышла. Что кричит? Что кричит? Так. Не дайте немцам захватить. Да где они? Уже всех перебили. Или я должен сколько-то определенное количество набить? Давайте. Где наши войска? Пора уже, пора. Ау! Перезаряжайся, прикрываю. Пока не вижу, кто с кем воюет сейчас. Наши-то войска где? Отступление на 5 часов! Отставить огонь! Соберите оружие и боеприпасы! Наши. Перезарядите оружие! Используйте вражеское оружие, если останетесь без патронов! Используйте все, что можете схватить! Давайте. Подкрепление уже в пути. Расчетное время прибытия 5 минут. Вот это хорошо. Это очень хорошо. Лисы ведут обстрел. В укрытие. Да, валим. Ждем. 5 минут надо продержаться. 5 минут. Ждите заградительного огня! Оставайтесь в укрытии! Господи, земля же вздыбилась. Да, не выйти и погулять в такую погоду. Опять? Не дайте немцев захватить. Не даем. Они пошли на прорыв! Держись! Нет. Где? Кто? Где на прорыв? Минус танк. Так.
Вау, гранаты, гранаты, гранаты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, убили немца, убили немца, убили. Ай-яй-яй-яй-яй. Падлу, по шутку загасили. Так, я прям слышу, что еще где-то техника. Но. Так. А, вы за мной бегаете, что ли? Так. Так. На. Ой, ох, не сейчас. Ох, не сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Умирать не сейчас. Так. На. Сейчас мы его заварим. Вау. На. Осталось. Дайте перезарядиться, ребята. Сейчас их уже давить пошло. Бум. Только мясо подлетело. Офицеры не сдаются? Не сдаешься, падла? Вот мы и продержались. Наскакались, как козлики. Господи, как ножки-то болят. Ножки картошки как болят. Ну что, я сделал это. Танки на линии. Ангелы-хранители Московские. Штандер 51. А вот можно было танки, да? Подбивать. А я, значит, рискую своей шкурой, выбежал, да? Ну ладно. Ты скажешь что-нибудь от автоматчика? Это стрелок. Итак. Германия, 45-й год. 7 марта 1945 года. В результате невероятного поворота событий единственный целый мост через Рейн оказался в руках американской 9-й бронетанковой дивизии. Немцы в спешке выстраивают оборонительные линии на берегу Рейна, чтобы замедлить продвижение союзников. 24 марта воздушно-десантные дивизии союзников начинают массированную атаку с целью захвата позиций к востоку от Рейна. Одновременно с этим организуются сразу несколько переправ через реку. Войска союзников готовятся нанести удар по центральной части Германии. Ага, по центральной части, это получается уже Крейгсмарине, или кто, как он правильно? Бундерстаг. Не нужен. Переправа через Рейн. Ну так я же вроде на советской компании это взял. Я понять не могу, по кому стреляют.
что? Правильно сделал? Где еще что подавить? Да уж старался. Старался-то как. Так. Ладно! Похоже, что птицы хотят играть в крутую! Давайте туда немного дыма! Ага. Что за махнагер? Ну тихо вы. Блин, пенек не могу перешагнуть, представляете? Боже. А как здесь быть? Вражеская пехота! На первом этаже! Справа! Граната! Живо выстрелаю! Так. Вы свою гранату кинули или нашу кинули? Так. Сейчас сюда. Немцы! Я там! А мой конжей поближе! Я тоже на регистр! Прикрывайте! На. На втором этаже. Всех перебил. Так. Не понимаю. Берегись, это я понимаю. Вот как я должен к вам добираться? Прям там, да? Не пробить. Ладно. Спустимся опять сюда. Прекрасно. Тихо вы. Не надо по мне так сильно-то. Тихо. Твою ж мать, ты меня напугал. Очень напугал. Вот я тебя даже видел, что ты там. Так. А ты думаешь, почему я туда ушел? Ой-ой-ой. Нет. Нам туда надо будет? Не надо будет? Возле машины!
Не-не-не-не. Сейчас я его, подождите. Так. Вот так. Пройдем в дом без приглашения. Да. Вражеская пехота! Да где вражеская пехота? Спокойно. Спокойно. Осталось-то всего ничего. Где тут подвал? Куда вы успели кинуть? На, на. На, падла. Ой-ой-ой. Куда же один? Ты что, не видел, что ли, сколько я там положил? Падла. Почти его уничтожили. Так, скоро патроны кончатся от этого пулемета. Чтобы пулемета мало. Хороший пулемет. Нет, все тихо. Сейчас. Ну, пошли. Пошли. Ага, так. Ага, тут никого. Да. За развалинами замка. Убили, да? Спокойно. Спокойно. Угу. Патронов-то больше нету. Берегись, граната! Ну нет, зачем граната дальше? Зачем мне эту гранату кинули под ноги еще? Все, так. Нормально. Нахер вам. Блин. Бум. Нет? Бум. Нет, не увидел мы это. Этого мы не увидим. Это готов! Давай еще 3 патрона. Нормально, вот теперь меняем. Тихо.
еще кто-то смотрит, блин. Так. Вот на это что ли поменять? Тоже неплохой автомат. Ладно, применяем, если что, потом. Так, 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 так. Бежим, бежим, бежим. Вот есть что-нибудь для меня? Так. Вот сюда. Да. Что идите уничтожьте там фига. Сейчас. Не, подальше от гранат. Подальше от гранат. Это последний. Хорошая работа. Вокруг все еще полно фрицев. Будьте на чеку. Не расслабляться. Фрицы. Попал? Блин, а что надо было захватить город? О, это последнее. Мелочи. Вокруг все еще полно фрицев. Будьте на чеку, не расслабляться. Давай еще разок. Хорошо кидаешь. Окей, я неплохо. Да. Кто? Где? Давай, где? Вражеская пехота. Вперед, вперед. Где-то точка задана. Кто ее задал? Хоть бы карта была бы. Знать, куда бежать. Что-то кладбище собираешь, что ли? Места нету больше. Чертова отличная работа, парни. Мы взяли лучшие войска Германии, надрали им задницу и отправили плакаться к мамашам вверх по Рейну. Я горжусь, что служу вместе с вами, мужики. Мы все отличные рейнджеры. Сержант Рэндалл, еще кое-что. Я не знаю, как там по поводу джентльмена, но я тебе предлагаю стать офицером. Ты не хотел бы быть лейтенантом? Сейчас трудно найти хорошего лидера. Что скажешь? Я был бы очень рад, сэр. Но дело в том, что нам тогда будет недоставать сержанта. Вы могли бы обратить внимание на капрала Тейла? Я это запомню, лейтенант. Иди поговори со своими людьми. Ой, прям так все отказались. Такое благородство. Тьфу, нахрен. 16 апреля 1945 года. Красная армия начинает атаку на Берлин, столицу нацистской Германии. 500 000 солдат и мирных жителей погибают в ужасном сражении, которое длится почти 3 недели. Союзнические силы подходят к Берлину с востока и с запада. И Третий Рейх начинает обрушиваться перед лицом неизбежного поражения. 8 мая 1945 года. Немецкие вооруженные силы безоговорочно капитулируют перед войсками союзников. Война в Европе, которая унесла более 50 миллионов жизней, наконец, закончена.
по всем странам-союзницам. До сих пор День Победы в Европе официально празднуется в честь поражения нацистской Германии и падения Третьего Рейха. Ну? Что ты мне покажешь? Код 2. Щелкните, чтобы продолжить. Ну что ж, мы опять всех спасли. Опять уничтожили фрицев. Вот, выиграли Вторую мировую войну. Ну, спасибо, что вы были со мной. На этом все. Увидимся в следующей игре. Пока.